вина желание вернуться в прошлое для того, чтобы его исправить, поступить иначе. Значит, прошлое не существует. Оно закончило свое существование, оно перманентно заканчивает свое существование. То есть вот даже все, что я говорил вам перед этим, уже не существует. И вы не можете вернуться в то, чего нет. И если вы не можете вернуться, то вы не можете исправить то, чего нет. А если вы не можете исправить то, чего нет, то вы не можете испытывать вину, которая предполагает, что вы можете вернуться и исправить. Улавливаете? Вот. Это ключевая конструкция.